Под стать уровню соревнований, его высокому статусу, чемпионат управления Министерства внутренних дел Приморского края и бригада судей. На ковре мастер спорта международного класса Илья Наговицын. За его пределами обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Виктор Стороженко и мастер спорта Аркадий Атинашвили. По словам последнего, все готовы, все заряжены на серьезную борьбу. Ребята стараются, несмотря что это ЭВД, они работают и плюс еще тренируются, и они форму держат. Молодцы ребята, да, хорошие. Сотрудники оперативных зон Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Лесозаводска, Находки вышли на ковер, чтобы поспорить за награды турнира. Среди них все те, кто каждый день выходит на охрану правопорядка. Это сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, участковые, оперативные работники. Самбо для них прикладной вид спорта, очень нужный и необходимый. В процессе своей последней деятельности они должны умело применять боевые приемы борьбы, быть физически подготовлены для достойного противостояния вооруженных преступников, там, правонарушителей, принесения службы. Гарик Мартиросян уже после стартовой схватки признался, что выиграть этот чемпионат для него большой успех. И в случае победы на турнире представителю уголовного розыска из Владивостока будет с кем поделиться радостью. Как всегда, хорошо, приятно. Будет дома что принести. Радость. А кого еще порадуете? Семье, жене, ребенку, родителям. Семья это большая. По итогам соревнований будет сформирована команда, которая представит Приморье на чемпионате России по самбо среди сотрудников органов внутренних дел в феврале будущего года в Краснодаре. А лучшими на этом турнире стали сотрудники внутренних дел Владивостока. Юрий Пикалов, Алексей Зданович, «Панорама».